Совет улемов Исламского центра Таджикистана ответил на вопрос, становится ли мусульманин грешником, если не посещает обязательную пятничную молитву. На вопрос одного из посетителей сайта, становится ли грешником мусульманин, государственный служащий, если не посетил обязательную пятничную молитву по причине того, что руководство запретило посещать пятничную молитву. Ответ Совета улемов был следующим. Положение государственных служащих относится к категории тех, кому разрешено не посещать обязательную пятничную молитву, поскольку у них имеется уважительная причина. Следовательно, они могут совершать полуденную молитву вместо пятничного, ответил Совет улемов. Отметим, что подобные противоречащие исламу фетвы со стороны Совета улемов звучат далеко не впервые. Ранее экс-председатель комитета по делам религии, а ныне депутат парламента Абдурахим Холиков заявлял, что согласно Трудовому кодексу сотрудники предприятий и организаций могут совершать намаз только в нерабочее время. По его словам, в рабочее время необходимо работать, а намаз совершать в свободное от трудовой деятельности время и в местах, определяемых законодательством. Примечательно, что согласно всем исламским мазхабам, включая ханафитский, посещение пятничной молитвы является обязательным действием для всех мужчин, достигших половозрелости, кроме исключительных обстоятельств – путешествия, болезнь, угроза жизни и так далее. Таким образом, оставивший пятничную молитву без уважительной причины совершает грех. И это мнение ханафитского мазхаба, о котором мнимо заботится Совет улемов Таджикистана. السلام عليكم ورحمة الله.